Строительные работы на танкодроме под Прохоровкой близятся к финалу, а в районах области завершается благоустройство территорий, памятников и трасс, по которым пролягут маршруты праздничных делегаций. Оценку последним приготовлениям к празднику дали сегодня на заседании рабочей группы по подготовке к 70-летию Великой Победы. Такие встречи проходят в еженедельном режиме. Белгородчина к памятной дате практически готова. Главная цель торжеств – окружить ветеранов вниманием и заботой. Это их праздник, подчеркнул первый заместитель губернатора области Валерий Сергачев. И предложил муниципальным властям привлечь к этому благому делу сообщество промышленников и предпринимателей. В эти дни возможность поклониться фронтовикам в пояс должен иметь каждый. Посмотрите, может быть, те районы, где расположены крупные предприятия. Сейчас посмотрите, у нас не так много именно участников Великой Отечественной войны. Может, там поддержать, ну, почин там Тебекина. Созвониться, встретиться с руководителями, не обязательно там по 10 тысяч, ну, хорошие подарки какие-то сделать, продуктовый набор какой-то хороший, приехать от бизнеса, от предпринимателей, там, от общественности. То есть вот сегодня надо накатить последние дни, чтобы вот между 1 и 9 мая у нас вот этот период, он был насыщен именно вниманием к этим людям, которых, ну, совсем немножко там осталось уже, мы там... Ни одна из компаний точно не обеднеет. Благородное дело, на которое у каждого самого должна душа. И они нас еще от вас должны благодарить за то, что вы им подсказали, может, совершить это нужное дело.